полтора года не пью. Слышь, а как бросил? Федька, товарищ мой, ну вообще, мозговитый малый, во. Гидроцефал. Говорит мне, а что? Говорит, Володя. Он меня Володя прозвал. Не знаю почему, за склонность к дракам, что ли, не знаю. А что, говорит, Володя, нам водочки, говорит, хрюкнуть. А знаешь, вечер уже был, так, ну, темно, печально. Я говорю, Федя, ты так прав. Ты, говорю, так прав. Но денег нету ни грамма. Кошелек давно от тоски помер. И у него тоже нет. Он подошел к дереву грустный, ударился об него башкой. Ой! Аж сучи сверху посыпались. Еще раз ударился. Я сразу понял, он думать собрался. Ну, очень злой был, очень. С трех ударов дерево свалил, а мысль не идет. Я говорю, Федь, может, у деда твоего займем? Он говорит, я у него вчера все занял. В одних подштанниках ходит. Я спрашиваю, а подштанники чего оставил? И он мне говорит, так ведь дед он мне. Может, говорит, по улице пробежимся, киоск какой повалим. Ну, пробежались мы с ним, как говорится, с двух сторон в оба конца, встретились. Ну, без толку вообще, у него открытки, у меня цветы. Я говорю, Федя, ну не так надо у себя на родине жить. Слышь, говорю, на пятом этаже чавкает кто-то. Богатый, наверное. А? Может, обрадуем человека? Подарим ему жизнь за полбанки. Все, на пятый этаж поднялись, Федя звонок надавил, дверь упала. Собачка из-под двери пик-пик-пик-пик-пик приветствует. Вваливаемся. Здорово! Хозяин! Ну! Где ты тут у тебя? Дураки были, людей-то мало повидали. Из дальней комнаты зарычал. То ли на шести, то ли на восьми ногах выбегает. Ой! То ли борец, то ли штангист, то ли слон, то ли паровоз. В общем, короче... Два на два! И топор в руках. Сейчас, говорит, ребятишки, я вам уши пообрываю. Родителей ваших с того света вызову. Сейчас, Федька-то головастый, гидроцефал. На люстру вскочил. Цвет кожи поменял. Замер и смотрит, как я из себя богатыря корчить буду. И этот как топором размахнется. Я думаю, ну все. Пришел мне полный холодец на букву П, представляешь? Сейчас, думаю, до самого седла разрубит. Некрасивый стану. Семью не создам. Детей не будет. Внучат не увижу. Взял и отошел в сторону. Он барбос. Возле меня в пол топором. Соседи снизу размножаться перестали. Я стою, жду, когда этот передом развернется.
чтобы ему по зубам дать. Он топор из паркета тянет, ты... Гудки с кормы подает. Ну, Федька, товарищ, все-таки. С люстрой ему на плеш упал, все глаза облепил, уши заткнул и слабое место ищет. Я кричу: Федя, в теме его, в теме! Я ему раз мигалку на лоб поставил, два, говорю: держись, говорю, дядя, я сейчас из тебя великого клоуна сделаю. Все, Федька уже ему до мозга доклевался. И тут он, гнида, топор вытащил. Вместе с полом. И я вниз к соседям прям... Ой, Федь поддать и в окно выбросил, и вообще он по пути фикус выдернул. Сейчас у него дома растет. С пятого этажа выпал, на метр в землю ушел и плачет. А эти двое, ну, сексаулы, так? Они меня в ковер завернули, чтобы не кровоточил. Муж за доктором побежал. Мне жена говорит: потерпи, миленький, не умирай. Доктор тоже посмотреть хочет. Он быстро прибежит. Одна нога здесь, другая там. Я спрашиваю: что, спортсмен, что ли? Нет, говорит, инвалид. Но бегает шибко. И тут я начал выздоравливать. Ну, я из ковра вылез, дырку в голове рукой прикрыл. Ну, стесняюсь. Да. Я говорю: я пойду. И тут мне сверху топором со всей силы между ног. Как даст! Я говорю: мимо. Дяденька, глазами надо наружу смотреть, а не внутрь. И только собрался уходить, через его руки переступил, он дятел винтокрылый. Носом мне под ножку поставил. Ой, я поскользнулся, равновесие потерял, головой в аквариум плюх. Что, говорю, не ждали, да, воблы лупоглазые? Отпил половину. По пояс высунулся, этот опять. Представляешь, топор из паркета тянет и на мои вывихнутые ноги с надеждой глядит. А еще это, нефертитка голая на койке сидит. Не знает, кому хлопать. В общем, я встал, вздохнул и говорю: ты меня, дядя, извини. Я говорю: я утомился. Завтра приду. Он: подожди, подожди, не уходи. Сейчас, говорит, топор вытащу, тогда пойдешь. Что-то мне его взгляде не понравилось. Я повернулся, ушел. Ну все, с тех пор вообще ни грамма. А жаль.